Известной поэтессе, заслуженному деятелю культуры Шолпан Кадырниязовой 75. Свой юбилей она встретила новыми произведениями и восхищенными отзывами своих почитателей. Шолпан Кадырниязова внесла значительный вклад в развитие культуры и сферы образования региона. Будучи квалифицированным педагогом, она давала детям качественные знания. Также успешно работала в редакции районной газеты. После возглавляла областное управление развития языков. За годы ее работы около 80 улицам и селам были возвращены их исторические названия. Шолпан Кадырниязова внесла большой вклад в развитие нашего родного языка. Когда она возглавляла областное управление развития языков, за один день были переименованы 32 улицы. Это дорогого стоит. Также она воспитала целую плеяду айтыскеров. Ее наставлением должно следовать молодое поколение, которое наряду со старшим ее ценит и уважает. Блестящая поэтесса, она обогатила культуру своими литературными произведениями. В них поднимаются такие важные ценности, как семья и сохранение традиций, уважение к старшему поколению. В 70-е годы Шолпан Кадырниязова способствовала возрождению забытого искусства – айтыса. Это человек, который дал нам крылья и многому научил в искусстве. Увлеченная творчеством, она заботилась не только о юных дарованиях, но и о нашей жизни. Она и сейчас продолжает это делать. Мы восхищаемся и преклоняемся перед ней. В своих произведениях Шолпан Кадырниязова сумела передать национальный дух, обычаи и культуру народа, сделав свой вклад в формирование нового общественного сознания. «Сегодня для меня важны солидарность и процветание моей страны», — говорит она. Выросла образованная молодежь. Среди них немало руководителей, которые управляют страной. Желание всех нас продвигать наш Казахстан вперед, развивать наше государство, укрепляя независимость. Мы счастливый народ. Где единство, там и есть настоящая жизнь. Пусть у нас всегда будет благополучие и мир. В свой юбилей Шолпан Кадырниязова есть чем гордиться. Она и сегодня вносит свой вклад в воспитание молодого поколения. Екатерина Шмидт, Исламбек Саламатов, Саид Самигулла, Акжаик, Акпарат.